Ну, девочки, не так давно я вам показывала, что я купила спицы в фикс-прайсе. Вот сейчас я вам хочу показать, как они вяжут, так скажем, да? То есть я на них вчера вот начала вязать рукава кофте. И хочу вам сказать, что я весьма довольна. Вот. Единственное, что мне пришлось сделать, но это я делаю практически на всех спицах, которые у меня попадают ко мне в руки, это я шлифую кончики. Вот. То есть вот эти вот места я делаю, ну как, закругленными под себя. То есть я не люблю сильно тупые, я не люблю, когда до ужаса острые. То есть, ну, каждый делает под себя. Так же точно и я. Вот. Я их немножечко бафиком заполировала, придала им нужную округлость, нужную остроту. И вот второй день я уже вяжу эти рукавчики. Ну, второй вечер, так скажем. Вот. Я просто считаю там и сговариваю так, чтобы не сбиться совсем уже, чтобы вам показать, как оно и по спицам идет, и ну, вы поняли меня, да? Вот. Потому что одно дело показать, что ты купил, а другое дело показать в работе. Вот. Нигде ничего не цепляется. Хотя я тоже переживала вот за то, что будет пряжа цепляться за сами вот эти деревянные полотна. Ну, нигде не цепляется, девочки, ничего. Даже вот те места, где я бафила, все отлично, все замечательно. Вот. Еще мне очень нравится вот это вот место. То есть оно туда-сюда здесь ездит. Вот видите, ну, вот где прикрепляется трубочка. То есть вот практически без застревания. Я уже говорила в видео, где я покупала их. Что до этого я брала дорогие спицы, и мне пришлось их сдать в магазин, потому что на замену мне там так ничего не нашли. Вот. А то, что там нельзя сдвинуть полотно вот это обратно, то есть они вот с таким небольшим, получается, они какие-то как с тефлоновым покрытием, да? И чуть-чуть вот так загнут уголочек у них был вот этот вот. И на него уже надето. И вроде бы как бы вот руками трогаешь, незачем цепляться. Но, девочки, протащить назад полотно, ну, невозможно. Где-то оно там вечно застряет, где-то оно цепляется, петли эти дергают. Ну, в общем, очень мне они не понравились. И я думала, что это мне досталась бракованная пара, пошла менять. На замену мы ничего не подобрали, и в итоге мне вернули деньги за них. Потому что подобрать ничего мы так и не смогли. И я потом купила себе, ну, такого размера длинные спицы, просто прямые. Но они чем неудобны мне, тем, что когда вот сидишь на кресле, допустим, да, ты упираешься этими длинными спицами во все подряд. Вот. То есть, когда у тебя коротенькие спицы, ты более мобильный, так скажем, чем когда у тебя спицы длинные. Вот. В общем, я довольна покупочкой, девочки. Мне очень нравится. Я прям, можно сказать, я даже не ожидала за 25 рублей такое качество. Мне как бы для меня оказалось сюрпризом. Я уже брала, думаю, ну там где-то, если уж прям совсем окажется на букву Г, то, ну, буду где-то, ну, использовать, ну вот снять, когда нужно, там, знаете, на времянку или еще вот на что-то, на такое.
Но оказалось прямо хорошо. Вот. То есть вот я перед вами вижу, я плохо вижу, в кадре я или нет. Ну, в общем, вы видите, что нигде ничего не цепляется, все отлично. Вот. То есть как бы и ниточка по ним скользит хорошо. И в руках очень комфортно мне их чувствовать. Вот. Потому что я до такой степени переживала, что уже думаю, ну 25 рублей не деньги, как бы возьму даже троечку, я взяла две штуки, вдруг сломаются. Потому что они какие-то такие тоненькие мне показались, такие хлюпенькие. Ну вы знаете, прям девочки, ничего, нормально. Они даже вот еще пока не пробовали. Конечно, если на них, наверное, брякнуться сверху сесть, я думаю, что они гэкнутся. Но вязание на диванах там и на креслах я не бросаю. У меня специальная есть корзиночка для вязаных вещей и для процесса. То есть, как бы, все у меня лежит там. И стараюсь я эти вещи убирать, потому что я знаю, как это неприятно. Не по собственному опыту, а вообще садиться на иголки и прочую фигню. Поэтому я по образованию модельер-закройщик, поэтому у меня это уже как бы привито профессионально, что все это нужно убирать. Вот, концы прятать во избежание всяких неприятностей неожиданных. Вот. Тем более, что ладно, сейчас там дети выросли, а когда детки маленькие, знаете, за этим глаз да глаз. Вот, поэтому в общем, сказать, что я довольна, это ничего не сказать. За такие деньги я просто счастлива, я вам хочу сказать. Там я на 100 рублей одну пару с лишним покупала. Но я уже точно не помню, это время же прошло. Но больше 100 рублей они стоили. А здесь я на 100 рублей, получается, 125 рублей я заплатила за 5 пар. Потому что троечку я брала две пары на всякий случай, потому что я же говорю, что-то они такие хлюпкие показались сначала. Думаю, возьму две пары, вдруг сломается. Вот. Вот это я уже перешла на лицевой ряд. Так что вот смотрите, то есть все отлично скользит. Я не могу сказать, что скользит лучше, чем по тефлону. Нет, похуже. Но меня это больше устраивает, потому что с тефлона у меня постоянно что-нибудь да соскочит, понимаете? Потому что это настолько легко. Пью, только ты спицу положил, у тебя уже петля 2-3. А если вот так вот оставить, то они вообще весь край съедет. Вот. То есть, ну, бывает, кто-то отвлечет, и ты так думаю, сейчас быстренько приходишь, у тебя уже полряда спущено, приходится по новой набирать. Поэтому меня более чем устраивает. Не знаю, есть ли смысл довязывать вам до конца ряда, показывать, потому что я так думаю, что кто вяжет, тот уже понял, что скольжение нормальное. Все отлично. Ну, в общем, вот как-то так. То есть, вот смотрите. Все хорошо. И то есть назад возвращается без проблем, без особых каких-то, знаете, там усилий непонятных. То есть вот, видите, я
Раз и вернула все обратно на спицу. И точно так же уходит со спицы, тоже все хорошо. Так что смотрите, кому это было полезно, мне приятно. До свидания.